До наступления Нового года остался один день. Во всех учреждениях отшумели детские утренники с вручением подарков и представлениями. К сожалению, не все ребята смогли на них присутствовать. В детском отделении Ненецкой окружной больницы в последнюю неделю уходящего года проходили лечение 11 ребят, поздравить которых накануне праздника отправился Дед Мороз с подарками. Компанию ему составил глава региона Юрий Бездудный. Скоро-скоро Новый год. Дед Мороз к нам придет, всем подарки принесет. Айна Бобришова с удовольствием рассматривает подарок, который вместе с Дедом Морозом вручил ей губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. На лечении в больнице на сегодняшний день находятся 11 детей. Эти ребята пропустили новогодние утренники в детских садах и школах. Праздничное настроение и небольшое представление с вручением подарков детям устроили в холле лечебного учреждения. К счастью, многие пациенты уже готовятся к выписке и встретят Новый год дома. Мы максимально здесь постарались создать условия для детей, для мам, чтобы они, находясь на лечении, не чувствовали какого-то дискомфорта. Они не чувствуют. Но ребята веселые, рассказывают стихотворения, поют песенки. Ну, то есть, в принципе, уже можно выписывать. Ну, ладно, планируется, наверное, выписывать. Также в этот день глава региона посетил Центр содействия семейного устройства «Наш дом». Ребята, я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Ну и, конечно, Новый год – это время чудес и исполнения желаний. Совершенно верно. И ваши желания мы сегодня будем исполнять. Воспитанники центра совместно с воспитателями устроили новогоднее представление с участием сказочных героев. Третьеклассница Вика Хозяинова в этом году примерила роль Кикиморы. Мы репетировали, мы пока что учили слова, а потом начали с движениями все делать. Новый год – любимый праздник для всех без исключения. Несмотря на возраст, всем хочется верить в чудеса. Вот и для Ивана Литкова этот праздник самый любимый. Мне очень нравятся вот эти все мероприятия, и новогодние, и даже весенние. Ну, все года мне нравятся, особенно Новый год. Он праздничный, новогодний и очень позитивный. Когда тебе дают подарки, это очень хорошо. Вручением подарков и завершилось мероприятие. А помогали раздавать подарки Деду Морозу сами ребята вместе с главой региона. На сегодняшний день в Центре содействия семейного устройства «Наш дом» находятся 40 детей. Александра Литкова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».